Давайте, розказуй нам. Є мішка твердий водій. Дай, є мішку, он льох. Пісня. Хорошо, возьми. Маленька льох. Нажимай же кнопку. Розненький. І лісою. Сиди, нажимай. Видишь, що зображено? На маму смотри. Так що ти відчуваєш? Так, хорошо. Возьми мішку вон так. Так, давай. Маленька льох. На маму смотри. На маму смотри. На маму смотри. Маленький домой. Сколько мёй. Сколько сыграй. Глаза у пяника. Слышу золоты. Бусы развехи. Листай холод. Весело весь. В тесен Новый год. Весело весело. В тесен Новый год. А теперь Таня расскажет стихотворение. Таня расскажет стихотворение. Я закрываю глаза и смотрю. Боже, 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 как все прекрасно у нас. Божечка, Божечка. Я пошила, Таня. Таня, я пошила. Я пошила. Как все? На цветки. Я пошила на цветки. Наши птицы. Чёрт, как все у нас супер. Может, вот так тогда положим. Итак, это будет Деду Мраз. Нет, он не Деду Мраз. Тувая Снегурочка или Снежанка. Наикрасивая та жена на света. А некогда видим, когда я наикрасивая та умычница на света. Ого, Танечка. Мы так быстро забыли. Какая самая красивая девочка в мире, Таня. Как ее зовут? А какая самая послушная девочка в мире? А какая самая прекрасная девочка в мире? Ой, как хорошо. А вот покажем вам, кто у нас бабушка самой красивой девочкой в мире. Это бабушка Галя, которая очень-очень-очень-очень-очень-очень любит своя внучка. И сейчас ее обнимает. А вот кто дедушка у самой красивой девочки в мире? Это дедушка вот. Дедушка смотрит. Который сегодня подготовил так вкусный ужин. И который возле елочку. Подготовил ужин. Да. А вот такая елочка красивая. Прекрасивая. Можем поменять режим. Давай посмотрим. Ой, боже мой. Ложись вот сюда. Вот наша Таня. Ты кто правишь, Танечка? Уже вышла отдыхать. Сейчас починишь?